Так, а до чего собирать ниточку обратно? А как бегать? Не совсем понимаю, как бегать. И как? Не понял, что... Как... Ну, я нихуя не понял, если честно. Да ё! Я что-то не понимаю. А как? Что такое ЛТ, бля? Кто из нас ЛТ? Ну, потому что как я должен этой хуйней регулировать что-то вот этой залупой? Так, что я здесь хочу добиться? Не понял, где логика? Как мне увеличить... Как мне увеличить веревку свою? Эй, как мне обратно? Не совсем понимаю. А чё оно закрыто? Как на нее запрыгнуть? А как зацепиться? Что-то я не понимаю. В смысле, я не понимаю? А как туда встать? Я не понимаю, лол. Не понимаю, лол. Реально вообще не могу понять. А что надо сделать тогда? Как зацепиться за ту штуку? Я просто не понимаю, не могу я или мне нельзя? Чего я добиваюсь? Я не могу завязать там прикол. Вот это непонятно. Я должен, по идее, пробить дверь, разогнать его как-то. Но как его разогнать? А как дальше? А чё он не разгоняется? А, мне не надо шататься, мне нужно просто так делать? Что-то не пробил. Так мне не нужно ее пробивать? А, ладно. А как мне туда зацепиться? Окей, как дальше цепляться? Чё-то не врубаю. А как? А чё, мне надо как-то развязаться? А как отцепляться? А как я должен отцепиться? Вот тут вообще непонятно. Вот тут я не понимаю, блин. Я не понимаю, в чем я здесь не прав. Я не могу достичь дна. Вот здесь я не понимаю механики. Что не так? Супер непонятно. Я думал, если я там отцеплюсь, мне хватит веревки, но нет, а почему? Ой-ой-ой, я не понимаю. Блин, я реально не понимаю, это жесть. Я не понимаю, от чего я должен отцепиться? Что-то не совсем понимаю, как коробку наверх понять. Нужна ли мне коробка вообще? Чего мы добиваемся? Нихуя.